sentir el efecto, seguir el instinto canino del camino recto, lleno de afecto, captar el concepto, seguir el destino y hacer lo correcto, perfecto, si logras llegar a la luz que en ti mismo reside y sigue la llama del fuego interior que te pilla. Buenos días. Похоже, сегодня я не смогу вам отдать долг по стриму на предстоящей неделе, значит. Я совсем забыл, что конец месяца, и у нас стрим ежемесячный. Один вопросик я уже видел во вчерашнем видео. Если есть еще какие-то темы для обсуждения, закидывайте их в комменты. Сегодня вечером в районе... В каком районе? Вечером. 8, 9, 10. Примерно в этом промежутке. У нас будет стрим запланированный. Сразу хочу сказать, что я очень сильно надеюсь на стабильность связи, но ее не гарантирую. У меня рядом аэропорт. Я вынес, конечно, роутер в наружный бокс. Сконструировал наружный бокс. Вынес его во внешнее пространство, чтобы максимально получить качество связи, без экранирования корпусом и так далее. Но все равно, судя по утренним просмотрам Порнохаба, связь не идеальна. Но я буду очень надеяться на то, что стрим состоится, что он не будет обваливаться. Если будет обваливаться, значит, я в приличную погоду в ближайшие дни возьму лаптоп с собой, энергостанцию, заберусь в одно достопримечательное место и там повторим, исправим. А должок я отдам. Вот скоро, прямо на днях, я отдам должок. Может быть, кстати, в следующие выходные. Вы будете чилить дома, пока идут дожди. У вас, наверное, или не идут. И мы проведем дополнительный стрим за мой прошлый проеб. А потом еще раз, как уже бонус, да? Так что до вечера сегодняшнего. Hasta pronto. Dejándome llevar y llevar y llevar, bailando al son del mar y del mar y del mar. Hasta con cerrar los ojos y luego imaginar. Tú puedes decidir a dónde vas. Tú decides el momento y decides el lugar. Decides el rincón a donde irás.